6:32 в городе Красноярске. Доброе утро. На заседании Комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения депутаты ЗАГС Собрания края рассмотрели и поддержали изменения в постановлении об утверждении долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2012-2016 года. В представленном на прошедшем заседании проекте на 500 миллионов рублей сокращены ассигнования по направлению строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов на 2013 год. К сожалению, получателем сокращенных средств будет именно Красноярск.